Развязав жестокую войну против Украины, Владимир Путин запустил необратимый процесс деколонизации в собственной стране. Нет войне! Нет войне! Многие граждане Федерации не хотят ассоциировать себя с преступлениями российской армии. Национальные республики и целые регионы начали задумываться о самостоятельности. Для многих может стать сюрпризом, но Петербург и Ленинградская область раньше были независимым государством, которое называлось Северная Ингрия. Сегодня же сторонников независимости этого региона от Москвы становится все больше. Ингерманландия – это территория на северо-западе нынешней Российской Федерации. Наше движение под территориями Ингерманландии подразумевает территорию Ленобласти. По территории Ленобласти исторически проживали различные финно-угорские народности, финно-угорское коренное население. Абсолютно все прибалтийско-финские народы, от финнов до эстонцев, вепсов, карел, они изначально вышли с этой земли. Русская идентичность, она очень зыбкая. И она как раз-таки зыбкая, потому что у многих вот под этой русской идентичностью, да, как говорится, поскребешь русского, найдешь татарин. Но вот у нас ты поскребешь русского, найдешь ижора, финна, вепса, карелу. Факты, исследования говорят сами за себя, что на самом деле никакие это не русские. Я этнический финно-германландец, но в моей семье в течение более 60 лет было не принято говорить о том, что мы финно-германландцы, или было принято говорить об этом очень тихо. И я вот об этом узнал буквально, когда мне было лет 14, наверное. То есть первые 14 лет своей жизни я ни сном, ни духом в этом ничего не слышал. Свою идентичность, отличную от московитов, петербуржцы и в том числе представители коренных народов региона продемонстрировали и после полномасштабного вторжения кремлевского диктатора в Украину. Санкт-Петербург и в целом вот этот северо-запад, он всегда был таким протестным регионом, который противопоставлял себя Москве, московитам. 24 февраля и в первые дни, даже первые недели, я помню, наблюдал по новостям и даже видел вживую большие, ну, достаточно крупные по тем временам митинги в самом центре города против российской агрессии, российского вторжения войны в Украине. Нет войне! Нет войне! Один из коренных народов Ингрии – это вепсы. Многим вепсам пришли повестки, что вот нужно отправляться на фронт, на чужую войну, непонятно за что. Многие вепсы, мужчины, они просто ушли в лес. То есть таким образом избежали мобилизации. Они там как раз сезон ягод, сбора ягод был. Вот. И они просто проигнорировали повестки и ушли в леса. А что касается жителей уже непосредственно Санкт-Петербурга, то понятно, были различного рода акции, были различного рода протесты. Для чего вы сюда пришли? Как? Я сказать войне нет. Естественно. Когда началась мобилизация, нас достаточно много поджигали военкоматы. Достаточно много таких случаев были. В целом, постоянно. Что-то там раз в месяц, раз в два месяца всплывет какая-нибудь новая, что очередной военкомат дожгли или кинули коктейль Молотова в него. Власть пресекает всяческую активность, даже минимальную, даже одиночный пикет может вызвать интерес у силовиков и, соответственно, повлечь какие-то санкции вплоть до лишения свободы. Важно заметить, что и активисты, представители нашего движения, которые находятся на территории Ингерманландии, они тоже занимаются такой, ну так скажем, подпольной деятельностью, ведут агитацию среди соотечественников, среди тех, кто проживает в Петербурге, в Ленобласти, и проводят расклейку, например, агитационную, в поддержку нашего движения. Война, развязанная Путиным против Украины, и как следствие мобилизация в России стали триггерами, которые с новой силой пробудили национально-освободительные движения Ингрии. Сторонники суверенитета заявляют, что их земли были оккупированы Москвой, а ингерманландцы имеют историческое право на независимость. Регион в составе России оказался в ходе захватнической войны.
его он добровольно никуда не входил. Никто население не спрашивал коренное. Приходит Иван Грозный в 16 веке, Новгород сжигают, и, собственно, с Новгородом он пытается уничтожить и новгородцев, и добирается уже до Жорской земли, которая была в составе Новгородской республики. Таким образом, наш ребенок оказывается в составе России, именно в Московии, да, в первый раз. В дальнейшем эти земли перешли под контроль Швеции. В 1617 году был подписан Столбовский мир, который узаконил официальное название этой земли – Ингерманландия. С приходом шведской власти Швеция начинает активно заселять территории именно финнами и карелами. Начала переселять шведских подданных финнов восточных, Савокот и Евремейцев, которые должны были эти территории заселить. И вот в первую очередь две эти народности, они составят потом основу и составляют до сих пор основу именно финского и гермоландского этноса. Говорят, что вот до прихода Петра там были одни болота, и что это совершенно не соответствует действительности, потому что этот регион успешно, скажем так, торговал с соседями, развивался. Он не пришел на пустые территории. На пустые болотные территории в 17-18 веке прийти достаточно сложно. Они просто пришли и взяли эту территорию, отняли ее у людей. То есть и вообще Петербург построен жителями южно-русских губерний. Люди вывозились на север, и вот по кнутом их заставляли этот город строить. Там смертность была очень высокая. Ну, как говорится, знаете, бабы еще нарожают, у московитов говорят. В последующем Ингерманландия находилась в составе Российской империи, и в конце 19 века началось зарождаться национальное движение коренного населения Германландии, когда происходит февральская революция, и уже даже более важно октябрьская, ирландцы и коренное население, в принципе, Германландия, оно сразу заявляет о себе, говорит, что мы просто хотим автономию. Политика военного коммунизма, она, конечно, идет максимально вразрез со всей этой историей, поэтому как только ее начали вводить, пытаться изымать у людей буквально еду, которую они сами вырастили. Такая политика, она уперлась в сопротивление со стороны германландцев, со стороны коренного населения. Красные начали призывать ингерманландцев в армию, чтобы участвовать в гражданской войне. Ингерманландцы отказались это делать, они саботировали, они препятствовали, не хотели идти никуда, никакую Красную армию. Они воспринимали в штыки такую политику, поэтому уже в 19 году организовывается западный германландский полк из этнических представителей коренного населения Ингерманландии. И создается Северный германский полк, который занимает определенные территории на юге Карельского перешейка, то есть на севере именно Ингерманландии, по границе с Финляндией, и провозглашает там Республику Северной Ингрии. В итоге они взяли такой населенный пункт, как Кирьясала. Это впоследствии будет такой административный центр Республики Северная Ингрия. За полтора года своего существования Республика Северная Ингрия смогла обзавестись всеми необходимыми государственными атрибутами. Гербом, флагом, гимном, армией, флотом, военной формой, судом, газетой, почтой и даже почтовыми марками. Но из-за численного превосходства большевиков Республика Северная Ингрия в конечном итоге не смогла сохранить государственность. Северная Ингрия, она просуществовала недолго. Была нехватка людей, которые смогли бы сражаться против большевиков. То есть вот такой вот человеческий ресурс, он был очень мал. Заключается Тартусский мир с Финляндией, по которому советы большевики идут на уступки, обещают вот горы золота и чудесные национальные автономии, в которых все будет славно, но они заканчивают через 10 лет. И все это приходит к репрессиям и размыванию идентичности, и даже, в общем-то, физическому уничтожению коренного населения по репрессивной машине, расстрелами и ссылкой в ГУЛАГе. Как они объясняли репрессии? Что якобы финны, вот эти вот мирное коренное население, которое просто живет на своей земле, они могут поддержать вторжение Финляндии и, скажем так, оккупацию вот этих вот исконно советских земель. И этих людей просто десятками тысяч в вагонах для скота вывозили в Сибирь, на Урал, в Казахстан. Их потомки, включая меня, до недавнего момента жили там. То есть
Некоторые до сих пор там живут. Несмотря на массовые репрессии, коренные народы Ингрии все же смогли сохранить свою идентичность уже в момент распада Советской империи. В регионе начинает возрождаться национальное самосознание. 90-е действительно можно назвать именно, что ренессансом эмигрантской культуры и культуры коренного населения, в принципе, Невского края, потому что перестройку были отменены законы, которые просто-таки запрещали ингерландцам возвращаться на родную землю. И многие ингерландцы, которые были рассеяны по Советскому Союзу, направились в родную землю, в Ингерманландию сразу же, при первой возможности. И тогда же была создана официальная организация ингерландских финнов на территории России. Это Петерн Ингерлиетто. То есть Петербургский Ингерландский Союз. А если бы Ингерманландия имела статус республики, то есть, ну, как Эстония или Литва, то я полагаю, что вполне был бы возможен выход из состава вот этой вот России. Многие выступали за автономию Петербурга или области, как минимум вот в таком региональном виде, автономии в виде республики, например, от всего остального московского государства. И в этом, опять же, чувствуется как раз-таки эта тяга к тому, чтобы отделить себя, показать свою инаковость. Параллельно с этим в 10-е годы у нас происходит процесс Российской Федерации, что Путин начинает давить на национальные культуры, национальные языки, и поэтому уже к концу 10-х этот вот небольшой период ренессанса сходит на, ну, практически что на нет, и мы вернулись фактически к ситуации столетней давности 1930-х годов и сталинского давления на национальную культуру коренных народов, коренного населения. Случается 24 февраля 2022 года, и после этого момент, именно вопрос независимости, он встает прям ребром, по мнению многих и по мнению нашей организации, по моему личному мнению. Обретение независимости, оно позволит людям получить шанс на нормальную жизнь, то есть мы видим, что присутствие нашей земли в составе Федерации Российской, оно, ну, никаких плюсов не приносит. Когда Россия начала откровенно захватническую неоколониальную войну в отношении Украины, вот эти все проблемы внутри страны, внутри так называемой Федерации, они вскрылись уже максимально остро и ярко. Наше движение, оно называется «Неванма», и оно выступает за независимость Ингерманландии и построение независимого государства. Но есть также объединение вот подобных нашему движений в общее единое целое. Это называется «Сурсуамен Сотилат». Родственные финно-угорские народы, они должны жить, если не в одном государстве, то, по крайней мере, в союзе вот этих государств. И как раз-таки в этом идея, что вот нам нужно объединиться, сразу уже все обсудить, чтобы не было никаких конфликтов в последующем. И опять же, чтобы можно было в дальнейшем противостоять возможной новой экспансии теоретического московского государства или того, что придет на его место. Помимо политических и этнокультурных движений за свободу Ингрии, некоторые представители финно-угорских народов сражаются с оружием в руках на стороне Украины. Один из них – боец с позывным Тео. Согласился поговорить с нами, но вынужден скрывать свое лицо для безопасности близких, которые находятся на территории РФ. Всю жизнь я жил на территории России. Всю жизнь я думал, что я русский. У меня написано, что я русский везде. В школе мне преподают русскую историю, русский язык. Но, как оказалось, мне рассказали мои родственники, то, оказывается, у нас в основном все корни уходят к прибалтфинским, финским народам. В конце концов, я заказал себе тест ДНК, и я особо русских много там не нашел. В основном это народ вепсы и финны. Тео – представитель боевого формирования «Великая Ингрия». Он говорит, что сражается против путинского режима и за будущую свободу своей земли. Мы искренне верим в протест, но не простой мирный протест, потому как сколько бы ни было протестных акций мирных на территории России, это ни к чему не приведет. Задачи первостепенно – это, конечно же, военное сотрудничество с Украиной в целях защиты от угрозы большевизма современного. Народы умирают тогда, когда умирает их язык, поэтому возрождайте свою культуру,
в первую очередь изучать историю своей семьи, откуда ваши корни идут, и, возможно, вы поймете, что на самом деле, какие вы не русские, что это всего лишь имперский этноним, который был придуман, чтобы объединить людей для вот этих вот новых завоевательных походов.